такая Агния Барто? Это русская поэтесса, писательница. А помните что-нибудь из ее стихов детских? Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тихо, Танечка, не плачь. Не утонет в речке мяч. Уронили Мишку на пол, оторвали Мишке лапу. Все равно его не брошу, потому что он хороший. Резиновую Зину купили в магазине. Резиновую Зину в корзине привезли. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч. Уронили Мишку на пол, оторвали Мишку лапу. Все равно его не брошу, потому что он очень хороший. Идет бычок, качается. Пихает на ходу. Ух, досочка кончается. Скоро сейчас упаду. Наша Таня горько плачет. Потеряла Таня мячик. Тише, Танечка, не плачь. Не утонет в речке мяч. Уронили Мишку на пол, оторвали Мишке лапу. Все равно его не брошу, потому что он хороший. Зайку бросила хозяйка. Под дождем остался зайка. Со скамейки слез не мог, весь до ниточки промок. Спасибо. Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Ой! Досочка кончается, сейчас я упаду. Непонятно, кто из нас поступает в первый класс, мама или я, Новиков Илья.